профессионал. Просто профессионал. И теперь, собственно говоря, сам конкурс. Победит у нас один участник, один единственный приз. Задание такое. Мы вам ставим маленький отрезочек из песни Уитни Хьюстон из кинофильма «Телохранитель». Вы эту песню знаете. «I will always love you». В общем, она поет, этот кусочек заливается. Потом у нас затихает, пауза, тишина мертвая. И потом удар барабанов. Бах! И я такой... Нет. Первый раз был фальстарт, да. Вы попали на не удар барабанов, а на эндай. Ну, Олег, не нервничаем. Дядя Леша, я вас верю. Поехали! Такое ощущение, что Регина празднует победу. Но нет, только был. А пусть громкость криков болельщиков определит победителя. С вашей стороны наивно было полагать, вот именно вот так. Если и даже после этого дядя Леша не выиграет. Вот такое ощущение, что выиграл дядя Леша. Вот мне кажется.